Песня в ля миноре, баян пятирядный, два ряда дополнительные и вот эти три ряда основные. Будем использовать основные ряды и по заказу моего подписчика будем сейчас разбирать эту песню. Играю сначала правой рукой, очень медленно. Теперь называю ноты. Ля, ми, ми, ре. Ля, ля, ми, ре, до, ля, со, ре. Идем дальше. Называю ноты. Ля, ми, ми, ре. Ля, 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 си, ля, соль, ми. Теперь буду играть уже вторую половину, то есть припев. Сыграю и буду называть ноты. Ми, 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 до. Здесь можно взять аккорд. До, ля, фа, фа мажор. Ля, 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 си, ля, соль. Ми, соль, ля. Ля, ля, си, ля, соль, ми. Припев повторяется то же самое, только в конце чуть-чуть по-другому. Еще раз играю за вторым разом припев. Вот теперь конец будет другой, вот такой. Называй ноты. Ми, ми, соль, ми, си, ля. Так, показываю теперь левую руку. Начинается в ля миноре. Ля минор. Ре минор. Весь этот аккорд. Потом, ну, то есть, после месяца аккорда обратно ля минор, да? Дальше повторяется
Ну, то есть второе проведение. Дальше идет соль стакорд. До мажор. Играю еще раз. С самого начала до этого места. Теперь играем припев. Фа мажор. Соль септаккорд. До септаккорд. Фа мажор. Фа мажор. Соль. До мажор. Ми септаккорд. А вот в самом конце, за старым разом, мы сразу идем на ми минор и ля минор. Так, давайте покажу небольшие украшения, как можно использовать, какие возможности баяна можно использовать именно в этой песне. Давайте с самого начала. Здесь можно взять полноценный аккорд ля до ми. Здесь можно взять ре ля фа. Это у нас ре минор, да? Ну, дальше можно чисто мелодию. Можно добавить мелизм. Дальше. Здесь можно взять нотку ля и нотку си. Нотка си держится. Здесь до мажор, да? Ми, до, соль. Дальше идет припев. Здесь можно держать нотку си. Дальше. Ля диез можно взять. И октаву. Дальше. Опять си можно взять. Вот тут, когда тянется нотка ля, можно взять вот такое украшение. Ля, си, до, ре, ми, соль, ля, си. Помедленнее возьму. Ну, дальше повторяется. И в самом конце. Еще раз сыграю с самого начала до конца правую руку. Надеюсь,
надеюсь, видео понравилось. Заказывайте свои песни любимые, пишите в комментариях, и мы с вами решим.